Я хочу смехлыст сначала. Давай. Ту-туру, вот это вот, да. Так, код кидаю этим аглоедам. Получайте, заходите. Сейчас будет шутки шутить. Опа. Так, зашли. Остальные где? Еще два. Милет. Еще последний. Так, все, вот вам код показываю. Вы тоже можете как зрители заходить голосовать. Так, все здесь. Поехали. Смываемся. Так. Мы готовы играть в Смехлыст 3. Давай. Я Червинку. Кого? Меня зовут Шмидти, а вы рождены для того, чтобы проклясть меня. Все готовы? Соси. А, да, кстати, если вы не играете, то можете зайти за зрителей и голосовать за понравившиеся. А, вам код не видно, сейчас. И код комнаты, чтобы войти в игру. Сейчас вот так вот. Вон. Закройте глаза, ведь это первый раунд. Я пришлю два задания на ваше устройство. Ответьте. Давай. Как-нибудь. Поехали. Так. Поехали. Ой, блядь. Ой, блядь, у меня тут пи***ц. А я не могу. Ой, блядь, у меня тут вообще пи***ц. Ладно, давайте так. Все политические шутки не считаются за правду. Давайте так. Это юмор. Все. 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 Отправил. Я самый последний, блядь. Посмотрим, ладно. Вы сотворили? Ну мне. Начнем веселье. Не обижайтесь заранее. Супергерой, который является прямо-таки дешевой копией Бэтмена. Ты. Окей, время выбирать. Это не мое! Это не мое! Здорово, Денчик. Давай успокоимся. Милет, б***ь! Спасибо, аноним. Дальше. Сначала язык доведет тебя до Киева, а потом и до... Окей, друзья, выберите свою любимую шутку. Я мог еще хуже пошутить. Ну, справедливости ради, но я не стал. Выбор зрителя, отлично. Самая худшая вещь, которую можно надеть для марафонского забега. Блять, я не буду ни за кого голосовать, долбы нахуй. Оба, блядь. Я ни за кого не буду голосовать, оба. Понятно, два, блядь. Февраль прошлый раз нормально шутил. Блядь, хуй. За него 4 голоса, блядь. А, зрители выбрали все равно первое. Понятно. Окей, что дальше? Имя клоуна, которого вы бы никак вашего 6-летнего ребенка. Окей, выберите... Вы долбобы, пиздец! Кто написал? Если бы ты мог пропердеть мелодию одной песни, это так. Была бы песня... Вот где решится судьба. Выберите свою... В пряничном домике, блядь. Ой. Ладно, первое неплохо. Блядь. Пи***ц нахуй. Так, ладно. Поехали дальше. Если перед значит... Что? Время выбрать ту шутку, которая вам больше понравилась. Сутки, вторые сутки, блин. Ну тут заслужено 4. Далее у нас... Самое странное, что ты мог бы сказать своему парикмахеру. Подстригите меня как... Выборы, блядь.
меня, блядь. Прилетел лучшую шутку. Да это выбор, блядь. Ну я не знаю, что написать. О, сюда. Блядь, Литвинчик выиграл. Имей в виду, что если ты попросишь стрижку, как у меня, это будет очень короткая стрижка. Всем похуй. Ходим далее. Так. Чтобы свадьба в Челябинске была признана законной, необходимо так. Присутствие на ней... Метеорита. Да, блядь, ну так, ну метеоритом. Хорошо, а теперь выберем лучшего. Блядь, кто первый написал, долбёб? Ну в рот, блядь. Второе. Так. Рил? Кто сказал? Так, ладно. 31-го выйдет? В нашем ближайшем будущем второй так, раунд, где смотрим. Все очки удвоены, а ставки не могут быть выше. Так. Блин, ну хуй написал, ну у меня вопросы говно, ладно. У меня такие средние. Вся ваша жизнь достигает кульминации здесь. Фиксируем. Ренессанс 2030 года будет определяться возрождением этого. Блин. Окей, выбирайте. Так, ну голосуем как обычно. Так. И далее. Памятник человеческому достижению, который инопланетяне уничтожат в первую очередь. А вот и веселая часть. Выберите самую шутку. Ну да, и ну и что? Я. Ну я инопланетяне увидел. Нормально. А, я на один голос! Сосы! Далее. Если бы пришлось объединить весь интернет в одно слово, это было бы слово. Ладно, народ, время голосовать. Ёбы, просто полудурки. Ой. Отлично. Так. Увидим следующее. Любимый розыгрыш Бориса Ельцина, который тот проворачивал в Кремле. Да чё тут... Хорошо, время выбрать самого смешного умника. Пустой коробки пранк, блядь. Не, первое я не выкупил, блядь. Я первое не выкупил. Сорал, в чем? Напиши. Ладно, я не выкупил. Без лишних слов. Опиши модель на обложке календаря «Средневековые красавцы» 1506 года. А теперь время выбрать самого смешного. Нормально, хорошая. Ну такая средняя. Опять против меня голосуй, давай, мрази. Идем дальше. Ты понимаешь, что зависим от Википедии, когда читаешь об этом. Окей, друзья, выберите свою любимую шутку. Блин. Ладно, второе неплохо. Второе not bad. Пиздец. Как Фимос увидели, так сразу голосовать. Если кандидат сделает это, то я постоянно буду за него голосовать. Ладно, народ, время голосовать. Ладно, второе, ну, второе неплохо. Что за хайп-сундук? У вас тоже хайп-сундук?
Или у меня одного хайп сундук. Перепутали логотип. Хорошо. Сауди. А теперь выберем лучшего. Мега ящики, блять. Мега ящики на Twitch добавили, все, кайфуем. Где я? Приготовьтесь увидеть. Я не первый. И тут вам надо постараться на полную. Я отправлю каждому из вас задание, на которое надо дать 3 различных ответа. Давай. Помните, большие очки, большая ответственность. Я четвертый? Сейчас надо подумать. 3 вещи, которые, казалось бы, должны уже быть изобретены. Время выбрать ту шутку, которая вам больше понравилась. Блин, а кто написал этот долбоёб вообще, блин? Сима, блядь! Пиздец. Ну все, он выиграл игру. Смехлыс на ласт раунде, это автовин игры. 3 предмета, которые можно увидеть на заднем плане любого фильма для взрослых. Окей, выберите лучшего шутника. А что первое, блядь? Птичка, птичка. Это птички летят, блядь, или что это? Первое. Ну, а чё вы думали? О, есть. Но я не выиграл. Ну ладно, хоть тут. Она потрясающая, но какие 3 роли не сможет сыграть даже Мэрил Стрип? Кто? Сейчас выберите лучшего шутника. Какая нахуй Мэрил Стрип, блядь? Чё за пи***ц? Рек, твой почерк. А, Икадзе выпустился новый трек, твой почерк, блядь. Отлично, блядь. Гитлер проиграл, как обычно, блядь. 3 состязания в триатлоне для матерей. Выборы, выборы. Выберите лучшую шутку. Ну тут несколько неплохих. Борьба 4 на 4. Надо было, блядь, написать, типа, нокаут, блядь, ШД и, ну, и броубол, блядь. Вот, вот тогда разъёб был бы. Ну чё вы, блядь? Я хуй шутку придумал, блядь. Нокаут 5 на 5, блядь. Кто нарыгал, блядь? Так, ну Сима выиграл, да? Вот и все. Покажите нам финальный счет. Сима выиграл. Из-за смехлыста. Ебарить с последнего места сейчас. О, я победитель! Сюда! Сюда, блядь. На нахуй сосать. Лучший ответ, блядь. Сюда победу мне, блядь. Сюда мне победу, блядь. Давайте еще раз с модерацией. 3-й раз с вами. Ну ладно, это неплохое было. Тут много было приколов. Так, я кактус. Все здесь. Хорошо. Заходите. WYNW. Откиньтесь на спинку кресла и на... Давай. 3. Так, давай. Ладно, я придумал смешную.
Ну, короче, я дописал две шутки, вторую не все выкупят. Но прикольно. Все. Так. Давно еще? Стартуем мы. И чуть не замечал. Чего? Так, давай. До Мармелада медведь Паддингтон имел пагубное пристрастие к этому. Да, блядь, я знал! Я знал! Все свои голоса. Сука, я знал, медведь Паддингтон, блядь. Так. Блядь, ублюдок начал подкручивать, но ёб твою мать. Ой, блядь. Даже когда он пишет что-то глупое, он все равно очарователен. Баты, ну нахуй ты это делаешь, блядь. На повестке дня. Ладно, мы просто смеемся. Следующая фраза после поцелуя. А вот и веселая часть. Выберите самую лучшую шутку. Блять. Ну сейчас уже нет смысла голосовать. Ну-ка, 100 тысяч, да? А, нет, сейчас нормально. Дальше. Археологи не признают, что обнаружили наскальные рисунки этого. Ну тут обе неплохие. Выберите свою любимую шутку. Ну наскальные рисунки Ванозола звучит смешно, блядь. Ладно, хоть зрители, ну спасибо. И на этом. Поехали дальше. Самый странный заголовок назойливой рекламы. Горячие они рядом с вами. Ты еб***, кто второе написал, я тебя еб***, в рот. Кто это сделал, б***? Спасибо тебе. Ой, всем, кто проголосовал! Ой, блядь! Да, ребята. Как следует назвать папку с порно, чтобы мама ничего не заподозрила? Окей, друзья, выберите свою любимую шутку. Ну, а, блядь! Ну, у меня гениальнейшая отсылка на Ванамаса, да, я ж сказал, не все поймут. И далее у нас. Доктора говорят, что это не вызывает привыкания, но ты точно подсел. А вот и веселая часть. Выберите. Первое что-то, ну первое нормально, блядь. А у Гамаза эта папка была? Ну перепутал, блядь. Не важно. Проебсорол, блядь. Так. Увидим следующее. Что-то, что не следует класть в общий холодильник. Время выбрать душу. Ну, первое по факту. Понравилось. Просто труп, блядь. Ой. Так. И сейчас кожа Маши стала нежной и шелковистой, как только она начала мыть лицо этим. Так. Выборы, выборы. Выберите лучшую шутку. Осуждаю. Блять, Сима, ты конченый. Не судите строго. За голос я не болею. Кстати, Дрейк, пожалуйста, пожелай. Скорее всего, я знаю, что у меня мало денег, потому что я бомж. Так. Второй раунд на носу. Сима, нахуй! Не вздумай! Да, так. Так, окей. У меня второе норм. Вторая смешная. Первая такая, блядь. Так. На передовой позиции у нас... В полночь карета Золушки превратилась в тыкву, а сама Золушка в это.
Окей, сделайте кого-то из них счастливым. Не, кто пишет один, не понимают просто прикола, блядь. Да понятно, не шарите. А тут у нас лучшая вещь прямиком из Мытищ. Хорошо, а теперь выберем лучше. Живые люди, блядь. Лучшая вещь прямиком из Мытищ, блядь. Вообще, Вася, раз-два. Так. Это неплохая ссора. Далее. Что на самом деле означает эта синяя галочка после никнейма в Твиттере? Так. Народ, время голосовать. Понятно, Сима про себя написал. Ну, блин. Ну, я говорил то, что у меня первая не очень. Хорошо, зацените вот что. Самый легкий способ попасть в нарезку лучшего за неделю на Матч ТВ. А сейчас выберите лучшего шутника. Можно было смешно написать, блядь. Забил гол там, ну, что-то, блядь. Дал пизды вину на матче, ну, что-то такое. Посмотрим, как они справятся. Что должно быть написано на таблице для проверки зрения, если окулист тайно тебя ненавидит? Ну, блядь, вы чё, один мозг на двоих, Сорал написал то, что тут моё есть. Выкусил, смехлыст. Говно на милите радуется. Далее. Самое худшее голосовое сообщение, которое можно отправить своему терапевту. Теперь время выбрать самого смешного. Бля, и кто это второй сделал, блядь? Клевер гений на. Фу, блядь, это очень хорошо. Окей, что дальше? Случайное видео на YouTube, которое ты каждый раз видел в рекомендациях, и в итоге оно тебе понравилось. Так. Вот где решится судьба. Выберите свою любимую шутку. Блять, ну кто один не проголосовал ради смехлы? А, все, ладно, победа. Без лишних слов. Реально есть такое видео на Ютубе. Изменение климата. Золость. А сейчас выберите. Ой, золость. А ты смотрел его? Это Тоха на демке включал. Так. Все, ласт раунд. Второй раунд уже не с нами. Как вы? Ну тут клевер разъебал в этом раунде. Извините. Я четвертый. Так. Подходите, это же Трихлыст. Последний шанс себя оправдать. Вы все получите по заданию, на которое надо дать три различных ответа. Давай. Я буду вами гордиться. Так. Можно смешно, надо что-то придумать. Ну ладно, я здесь... Я тут ничего не могу придумать, тяжело. Три отрасли, в которых преуспевает Канада. Так.
Выборы, выборы. Выберите лучше. Ладно, тут два. Так, окей. Сорл, 5000 баллов. Три грустные темы для песни жанра шансон. Тут два неплохо. Ну ладно, ящики. Ящики посолидней. Так. Ну тут за ящики, да. Так. Первые три слова ребенка, которые вызовут у родителей вопросы. Хорошо, время выбрать самого смешного умника. Ой. Ну тут второе. Ну я честно скажу, первое это мое. Я ничего не придумал. Про себя написал, блядь. Так. Три поступка, за которыми последует изгнание из волшебной страны Оз. Окей. Тут первое. Выберите лучшего шутника. Тут первое прикольней. Побрил льва, блядь. А вот почему ты без девушки остался. Ты долбоёб, мне его чикнули. Когда я заспавнился. Я вообще это говорю, блядь. А, февраль, смехлюсь, нихуя. А чё баллов так мало? Кто Давайте выиграл? Увидим финальный счет. Клевер выиграл, нихуя. Так, какой лучший ответ? Голосовое вот это? 100%. Так, давайте лаз со зрителями в смехлыст. Так, вот. Саша Кор зашел, блядь. Так, ну давай, все, запускаю. Кикни его. А чё он? Это смехлыст 3. Теперь без асбеста. Я не шарю за его лор, блядь. Я ваш ведущий Шмидти. Я никнейм только слышал. Вторую... Так. А лед в наших сердцах разобьет что-то, что лучше не заказывать для бизнес-встречи. Так. Воду из-под крана. Очками. Так, ну первое неплохо. Это спасалка, блядь, Саша Кор. Он все равно проебал. И далее у нас... Тебе будет очень скучно, если ты будешь проходить тест, какой ты... Лит Энерджи, блядь. Веселая часть. Выберите самую лучшую шутку. Какой ты Лит Энерджи, блядь. Ой. Так, Лит Энерджи неплохо. Ой, бля. А тут у нас следующий навык, который следует освоить после жонглирования бензопилами. Хорошо, а теперь выберем лучшего. Охуенно. После жонглирования бензопилами глубокое сосание. Это очередность ебашит. Отлично, чат за глубокое сосание, все понятно, блядь. Хорошо, зацените вот что. Ты сразу понимаешь, что в аварии участвовал автомобиль клоуна, так. Если дорога покрыта этим. Окей, ты долб***, любимую шутку. Кто это второе написал, блядь? О, я выиграл.
Дальше. Хороший повод не читать новый фанфик своего друга. О, нет. Блин. Время выбрать ту шутку, которая вам больше понравилась. Я не понимаю, ну что за второе? Ой. Стрим... Саша Кор легенда, блядь. Он выиграл. Далее на повестке дня... Самое худшее, что можно сказать вместо «да» на свадьбе. А теперь... Почему меня со второго раза ебало, блядь? Ну, блин, да так очевидно, но почему-то смешно. Я Киркорова еще сразу вспоминаю вот это. Да, пизда. Смехлыст? Есть. Да, да. Да, не говори смехлыст во время свадьбы. Прибереги его до первой брачной ночи. Поехали. Ужас. А вот и останки самого неуклюжего динозавра в мире, который называется именно так. Выборы. Ну тут понятно. Выберите лучшую шутку. Потому что библиот ему удалили, блин. И он динозавр. Понятно, долбы, за пьяного батю голосуют. На очереди у нас... Никто не понял. Удивительный, да идите... который может застрять в зубной щетке. Так. Хорошо, время выбрать самого смешного умника. За что, блядь, второе, нахуй? За что второе, блядь? Он сам за это проголосовал, блядь. Чё за хуйня? Когда люди поймут, таким уж точно зубы чистить нельзя. Хоть в инструкции пишут. Где этот его подъёб? Это конец первого раунда. Посмотрим на счет. Так. На парашу улетаю. Сифилис, крот, топ-1. Отлично. Настало время для небольшой вещицы под названием второй раунд. Задание становится еще круче, и все очки удвоены. Так. Фиксируем. Так, у меня первая смешная. Так, ладно, вторая средняя, первая смешная. Угу. Начнем, пожалуй. О, вы не верите в чудеса? Тогда объясните это. Окей, покажите вашу любовь. Он еще с такой интонацией сказал: вы не верите в чудеса, тогда объясните это, и вылазит. Окей, что дальше? Самое запоминающееся предсказание от гадалки. Ты сделаешь это в постели. Ты хуй, ебать! Хорошо, а теперь вы. Бан первому. Тут не зря я поставил регистрацию по этому, по никнейму. Вообще бан первому. Охуел. Дети, ты дольше всех думал, тугодум еб в рот. Ладно, хоть зрители, блядь, нормально проголосовали. И далее. Пресса медленно умирала до тех пор, пока не появился журнал. А сейчас выбери лучшего шутника. Да написали бы стрим инсайд. Так, танцы Тохи выиграла.
Проходим далее. В идеальной команде путешественников есть боец, маг и... Ладно, народ, время голосовать. Ну я говорил, что первая смешная. Ну, первая реально хорошая. Свои шутки. Ну, это смешная. Боец, мак и асхаптомай. Ты сразу понимаешь, что твой механик возьмет с тебя кучу денег, если он говорит тебе это. Что, блядь? Время выбрать ту шутку, что за хуйня? Которую тебе больше понравилась. Что первое, что второе, пиздец. Саша Кор легенда. И сейчас название романтической комедии, в которой два рыбака влюбляются друг в друга. Бля, пожалуйста. Вот где решится судьба. Возьми меня за удочку и покрути катушечку. Чё за хуйня? Это как ты придумал, бля? Возьми меня за удочку и покрути катушечку, бля. Не с места. Вы будете освобождены, если сможете решить эту загадку. А вот и веселая часть. Берите самую лучшую шутку. Вторая умом. Да вы долбаны! Что вы голосуете? Без лишних слов. Если бы твоя мама была супергероем, какой сигнал ты бы послал в небо, чтобы вызвать ее? Пожалуйста. Окей, друзья, выберите свою любимую шутку. Вы что ли так разъебали? Ну тут охуенный вообще вопрос, блин. Фу. Ой. Чел пишет, вы забыли, кто такая мама? Моралист нашелся, бля. Ой, бля. Где я, блядь? А, я третий. Приготовьтесь, ведь это Трихлыст. Безумный финальный раунд, идея которого пришла мне в бредовом сне. На своем устройстве вы увидите задание, давай, на которое надо дать три различных ответа. Давай. Тройные задания. Три золотых правила батутного центра. Оба ху... Окей, выберите лучшего шутника. Оба ху... Тут можно было смешнее придумать. Не буду голосовать. Так. Три способа улучшить атмосферу в твоем книжном клубе. Время выбрать. Первое, что первое такое, бля? Со смайликами этими ебаными. Меня больше со смайликов разъебали. Я просто представил, как на объявление повесили в книжном клубе. Понятно. Саша Корф. Три компонента, необходимые для идеальной оргии. Ладно, народ, время голосовать. Ну второе мое, да, я ж сказал, блять, то, что подходит. Ну я все равно игру.
Три трюка со скейтом, которые никто так и никогда не сделает. Что? Ой! Вы... Блять, я охуел сейчас. Выберите лучшую шутку. Ну, украшение баяна, это было уже. Ну, тут можно было... Кикфлип! Вот это старая хуйня, помните? Вот эта паста с кикфлипом. Я не помню, как она звучит. С кикфлипом вот эта старая. Смехлыз, блядь? А чё он меньше баллов, чем я заработал? Так, и кто выиграл? Мы разделались с этим. Но разделались ли вы с нашим счетом? Сюда, блядь! Две игры выиграно. Легчайшая.